Вот слышны комбайны работают. Уже запахана там земля. Здесь, скорее всего, уже что-то посеяно. И сегодня я хочу снять маленький хуторок. Когда-то наша деревня, хутор, образовалась из маленьких хуторков, которые объединили в один колхоз. И вот с этой стороны основная часть деревни, а справа в зелени это маленький хуторок, которых когда-то было много. Сентябрь, сегодня 10-е, все пожухла трава, кукуруза стоит вся полусухая. Но сегодня день теплый, хороший. И посмотрите, пожалуйста, как красиво вот там, где лес. Сейчас грибная пора, потому что были дожди. И люди по возможности ходят, ездят в лес за грибами. Белых много. Это задворки первой улицы, по которой въезжаешь в деревню. Вот, дачники. Здесь все живут дачники. Поэтому пейзаж очень сильно изменился по сравнению с четвертью века тому назад, когда не было ни одного клочка земли необработанного. Здесь жили местные жители, которые уже давно ушли с этого мира. Вот. А постоянных жителей все меньше и меньше. Вот здесь вдоль кладбища слева дорога идет прямо на подсобное хозяйство. Животноводческий комплекс. А справа заворачивает дорога и уходит к речке. Вот деревья и дорога. Это речка. А дальше поле, а потом опять лес. Сейчас я пройду по этому хуторку. Сразу по хаткам будет видно. Смотрят за ней, выкуплена ли она, живут ли здесь люди. Вот такой. Такая даже, собственно говоря, тут и дороги нет. Все в травке. И маленький такой лесочек. Ну вот здесь хорошее ограждение, следовательно, колодец очень интересно сделали. Надо заснять. Скамеечка в виде бревна. Вот. Вот так вот. Старые очень высокие деревья. И вот такая дорога. Окошки. Деревья досмотренные. Сзади хорошее ограждение. Впереди тоже. Значит, люди смотрят. Пользуются. Далее пустырь. Следовательно, здесь когда-то стоял дом, и бесхозно его убрали. Потом
Вот эта хатка. Ну, явно, что ее не продали и ею не пользуются. Вот. Тут даже курочки с цыплятками. Ну, а здесь, судя по дровам и новой крыше, живут. Хорошую крышу сделали. И ограда, и стройматериалы. Значит, будут зимовать. И все у них здесь будет хорошо. Вот. А здесь вот так красиво. Да, здесь вот этот кусочек деревни, что ни на есть деревня. Когда живешь на отшибе в селе. Этот домик тоже ухоженный. Дерево большое, красивое. Сегодня очень хороший день. Вот здесь даже напротив гараж и песочница. Значит, приезжают с детками. Деткам здесь раздолье. Тут и лес, и травка. И машина ездит нечасто. А здесь среди деревьев такой домик. Может, он выполняет роль сарайчика. Тут куры бегают. Думаю, что летом здесь прекрасно. Березки. Ну а судя по этим строениям, это все очень старое. А вот там добротный домик, высокий. И вот заканчивается этот хуторок. И дальше начинается поле. Вот сегодня я показала еще один уголок нашей деревни. Не центральный, на окраине. Какие домики. И получается, что практически через домик. В одном живут, в другом не живут. Вот на сегодня все. Осталось у меня несколько, даже не несколько, одно, наверное, место. Улица крайняя еще, которую я не снимала. А так вся наша деревня практически снята. Что-то палят там. Очень красивый пейзаж на заднем плане.